Телефонный звонок, каб вырашить проблему, ці унести пропанову. На прямой сувязи с жыхарами региона сёння знаходился выконывающий обовязки старшини, перший наместник старшини Гомельского облвыконкама Геннадий Соловей. За 3 години работы прямой линии поступило 30 звонков. У пераважной большинстве телефоновали гомельчане и жыхары Гомельского района. Одинковые звороты были от насельництва Буда Кашалёвского, Чачерского, Ветковского, Жлобинского, Житковицкого, Петраковского и Добрского районов. Спектр пытанняў ад якасці вады да стану дарог. Пенсіянер з вёскі Будалюшаўская папрасіў, каб на яго вуліцу заязджала аўталаўка. Да месца яе прыпынку вельмі цяжка дабірацца сталым людзям. Патэлефанавалі з аграгарадка Старое сяло, жыхары скардзяцца на перабой з водазабеспячэннем. Адключэнне здараецца і на некалькі сутак. Неабходныя тлумачэнні адразу атрымалі грамадзяне на конт нюансаў па камунальных плацяжах. Сёння ж спецыялісты прыйдуць да тых, хто звярнуўся па пытаннях аказання медыцынскіх и социальных послуг. У рамках прямой линии нередкими были выпадки, коли распоряджения отказным особам давались неоткладно подчас размовы со звернувшимися. И нововведение об выполнении этих доручений у старшини районов будут докладывать на черговой пленарной в нараде праз некалькі дзён. Практика показывает, дякуючи такому формату зносин с громадянами, удается оперативно вырашать десятки проблемных ситуаций.